Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Вопрос касается чувства вины перед тетей, вот, которая старая, ей 80 лет. Она, автор вопроса, единственный родственник у нее в городе. Вот, сын у нее умер, внучка живет далеко. Значит, соответственно, человеку, про которого пишет автор вопроса, живется достаточно трудно, в том смысле, что она себя не обслуживает, не страдала, в чем приходится работник. Вот, она находится всегда в подавленном состоянии. Вот, и, соответственно, автор пишет, что когда она приходит, старается как можно чаще, то жалуется, что я одинока, что она никому не нужна. Вот. Я понимаю, что я должна была ее взять к себе и ухаживать. Мы говорили об этом с мужем, он против, считает, что я должна забрать наследника внучка. Да я, наверное, не готова морально взвалить на себя это. Но, тем не менее, эти 2 года я постоянно в депрессии, думаю, отсюда. Мысли, что я поступаю неправильно, меня не покидают. Как мне быть? Я думаю, что в первую очередь вам нужно обсудить с тетей ваши чувства, вот, ну, как бы выразить ей, вот, именно тете, выразить свои чувства по этому поводу, потому что это, ну, касается, собственно, тети, вот. И, соответственно, коли это касается тети, то мне кажется, что вполне нормально будет, если вы поделитесь с тетей как раз вот своими переживаниями, да, поделитесь с тетей вот своими эмоциями, вот своими чувствами в этом смысле. Вот, и, соответственно, ну, как бы, вот, обратитесь с чувством вины, которое у вас есть, попросив у нее, в общем и целом, ну, как бы, прощения, да? Вот, то есть, ну, это, в принципе, как вот мне кажется, вполне нормально здесь. История и вполне нормальная ситуация. То есть, ну вот, в том смысле, как бы, если вы, ну, продемонстрируете тете, вот, что, ну, что, во-первых, вы о ней думаете, вот. То есть, как бы, ну, вот, что вы о ней в этом смысле не забыли, вот, что она вас, ну, волнует, что она вас беспокоит, что вам на нее в этом смысле, что вам на нее не плевать. Вот, я думаю, что для, в принципе, пожилого человека, да, это куда более важно, куда более важно, вот, чем, ну, чем вот непосредственно то, вот, о чем вы говорите. То есть, мне кажется, что, ну, не так важно. Не так важно в этом смысле, ну, возьмете ли вы ее к себе или нет. Как мне кажется, что важнее именно вот, ну, проявление вот этих ваших чувств, проявление желания, ну, как бы, взять это ощущение, вот,
именно переживания здесь, на мой взгляд, являются куда более, ну, куда более важными, чем действия. Вот. И, соответственно, мне кажется, что в этом смысле, если вы извинитесь перед своей тетей, да, если вы, ну, донесете до нее вот свои чувства, то думаю, что вот в какой-то степени вас это, в принципе, может отпустить. То есть вам в этом смысле, может быть, ну, как бы будет легче. Вот, и, скорее всего, вам будет легче. Вот, то есть, это первое. Сейчас вы как бы вот ничего не говорите. Сейчас вы скрываете, ну, как бы от нее и, может быть, даже от самой себя свои переживания. Вот. Потому что в какой-то степени, именно вот в какой-то степени, я повторюсь, в какой-то степени вы правы, что, ну, действительно, как бы, она действительно нуждается в каком-то внимании, да, в каком-то вот какой-то забыть, это правда. Вот, это правда. Но тут, конечно, просто вот есть другой момент, да, что вы не готовы. И мне кажется, вот, что, ну, в какой-то степени, мне кажется, что вам так тяжело, вам тяжело так сильно. Именно вот потому, что вы себе вот, ну, не позволяете. Вы себе не позволяете вот, ну, как бы, чувство проявить. Вы себе не позволяете, как бы, свои эмоции показать. Ну, вот непосредственно этому человеку. Вот, это первый аспект, на который хотелось бы обратить вам ваше внимание. А второй аспект, на который хотелось бы обратить ваше внимание, заключается в том, как мне кажется, что, ну, вот вам вполне может быть, да, вот не слишком как-то интересна ваша жизнь. То есть, ну, как-то вот вы находитесь в депрессии, да, вот, ну, довольно много получается, что думаете о тете, вот, и, на мой взгляд, это не случайно. Вот. Не случайно, потому что, опять же, вот как-то тут вопрос касается вот именно вашей жизни. То есть, если вам ваша жизнь интересна, вот, если вас ваша жизнь интересует, да, если вы, ну, живете интересный, достаточно такой вот, ну, разнообразной жизнью, вот, то мне кажется, что такая проблема вас волновала бы в меньшей степени. А так получается, что вас это прям погрузило, вот как вы сами говорите, в депрессию. На мой взгляд, это не случайно. То есть история здесь, она именно вот про вашу жизнь.
история здесь, она именно наполнена вашей историей здесь про вашу свободу, как мне кажется, конечно. Вот. И это тот тоже тот момент, на который, как мне кажется, имеет смысл вам обратить свое внимание. Вот. А, ну, муж тоже. Ну, то есть, в этом смысле, да, что вот муж, он, отношения с мужем тоже как-то вот нужно, на мой взгляд, поисследовать, чтобы вот вы сами как-то увидели, да, что вот, может быть, вам ничего там для него особо не хочется, например, делать, что он вам, ну, может быть, неинтересен. Вот, и так далее. То есть, опять же, все внимание занимает именно вот тетя. И, на мой взгляд, это не случайно. То есть, вот это мысль, которую я хочу, ну, вот, до вас донести, что не случайно, а то, что тетя занимает все место в вашей жизни. Вот. Это вот совершенно не случайно, на мой взгляд, по крайней мере. Вот. Но нужно это изучить. Вот. А почему так происходит? Как так происходит? Вот. То есть, ну, вполне вероятно, что вот невероятно, что где-то в жизни вы пробуксовываете. Вот. А что еще можно сказать? Ага, еще можно сказать, пожалуй, вот что с чувством вины, ну, как правило, сталкивается человек, который в этом смысле, ну, как бы, ну, блокирует свою злость. То есть вот это тоже такой достаточно, ну, серьезный момент. То есть если вы привыкли блокировать свою злость, если вы привыкли блокировать, ну, вот, свои эмоции, да, если вы вот привыкли их сдерживать, то тоже в этом смысле чувство вины, конечно же, ну, может проявляться. Вот, потому что, ну, идет перенаправление чувств, да, идет вот перенаправление эмоций здесь. Вот. И в этом смысле тоже, ну, вам, ну, может быть трудно. В этом смысле вам тоже, ну, может быть тяжело. Вот, конечно же. То есть тут такой аспект. Его тоже нужно, ну, учитывать в этом смысле. Вот. Значит, вот как-то так. Как-то так. Вместе с тем, мне кажется, что не делают, ну, жизнь вашей тете, да,
лучше. Ситуация, при которой вы приходите, ну, к ней из чувства вины. То есть вряд ли, ну, из-за этого ваша тетя, да, чувствует себя хорошо. То есть вряд ли из-за этого тетя вот, ну, чувствует себя лучше. Поэтому мне кажется, что вам нужно найти себе, кто вот не жалост, да, больше, а и не вину больше. А я бы сказал, что вам бы вот найти бы себе любовь к тете. Вы вообще вот тетю любите, кстати, такой вопрос, да, немножко, может быть, странный. И вот, любите ли вы тетю? То есть, как бы, ну, то, что вы чувствуете вину к ней, это понятно, то, что вы ощущаете вину, это понятно. А вот чувствуете ли вы любовь к ней? Вот, это вот, мне кажется, то, на что нужно вам обратить свое внимание, потому что если любви, именно любви у вас нет, есть вот только, например, жалость, да, допустим, вот, или там вина. Вот это, на мой взгляд, не очень хорошее подспорье для, ну, выстраивания отношений. Я бы так это сказал. Вот, понятно, что в этом смысле решат вам. Это понятно. Вот, ну, на мой взгляд, ну, я бы обратил бы, ну, я бы обратил ваше внимание все-таки вот на эти вещи, потому что мне кажется, что вот это важнее сейчас, ну, важнее всего, точнее, сейчас. Вот. Хотя, ну, опять же, да, как бы, то есть, может быть, вы со мной не согласитесь. И вот найдя любовь в себе, да, то есть, ну, как бы, если вы найдете в себе любовь, вот, то я бы здесь постарался бы подумать о том, что вы можете сделать, как бы, ну, для своей тети. То есть, вот, ну, реально, на самом деле, что вы можете сделать, как бы, для тети. Ну, по факту, что вы можете для нее сделать в этом смысле. Нет. То есть просто вот постараться сделать что-то побольше, просто постараться как-то вот, ну, не знаю, вложиться для неё, да? Вот. Потому что, ну, если вы просто приходите, вы просто, ну, как-то вот слушаете её, например, вот, вам,
вам этого, ну, в принципе, может быть мало, как может быть действительно мало ей, мало, ну, тетя, вот. И в этом смысле, как бы, и ваши чувства, в этом смысле и ее чувства, да, можно понять, вот, можно понять это. Поэтому я бы вот как-то обратил бы все-таки внимание на эти вещи. Я бы обратил бы все-таки внимание на вот это. И, ну, как-то вот дальше, да, я бы уже исходил, ну, исходил бы из этого. Вот. Вот как-то так. Как-то так. Я бы вот как-то так бы ответил вам сейчас. Ну, с точки зрения психологии, с точки зрения психотерапии, да? Вот. Ну, на этом все, наверное. Я надеюсь, что вам это было интересно. Я надеюсь, что вам это было полезно. Я надеюсь, что вы дадите вот обратную связь по, ну, по моему ответу. Да. Позволит вам начать над собой работу, вот. Позволит вам начать двигаться вот вперед, вот. Вы молодец, вы, ну, большая молодец, что начали говорить об этом, что вы начали обсуждать это. Вот вы в этом смысле большая молодец. Вот. Но нужно просто понимать, что это вот первый шаг. Это первый шаг, а следующим шагом станет выбор вами эксперта, выбор вами психолога, вот. И начало работы. То есть начало, ну, психотерапии. Вот. Как-то так. Хочу пожелать вам терпения, хочу пожелать вам удачи, хочу пожелать вам все-таки выбрать себе вот, специалиста для работы. Вот. Желаю вам всего самого доброго и удачи.